Всем привет! Рассказываю, как обычно, вам самые свежие и важные новости на YouTube. Буквально вчера были анонсированы анимированные значки для всех видео. Пока что они доступны только на компьютерах. Ну и обновление происходит постепенно, поэтому если вы еще не видите анимации, то не беспокойтесь, скоро и у вас все заработает. Значок воспроизводится, когда пользователь наводит на ролик мышкой и после чего отображается обычный значок. Все просто. Более подробно об анимированных значках можно почитать по ссылке в описании, а я скажу вам самое главное. Анимированные значки проигрываются в браузерах Chrome версии 32 и выше и Opera версии 19 и выше. На вкладках «Главное», в тренде, подписки, а также в результатах поиска и на страницах просмотра. То есть на самых главных и популярных местах. Анимированные значки автоматически добавляются к большинству роликов длиной больше 30 секунд. При этом видео должно соответствовать ряду критериев, в том числе в отношении темы и типа контента. Пока что на самом деле непонятно конкретно о какой теме и о каком типе контента идет речь, но как я понимаю, видео, допущенные к монетизации и не нарушающие правила, будут иметь анимированные значки. Если ролик отвечает требованиям, анимированный значок появится в течение 2 дней после его загрузки. Включать анимированные значки вручную не нужно. Отрывок для начала выбирается автоматически из первой половины видео. На самом деле это небольшой минус, но и в принципе так тоже нормально. Ну и не забывайте, что такие значки отображаются не всегда. Ну, как я уже говорил, например, на мобильных устройствах они пока не поддерживаются. Вот такая крутая новость. Я думаю, многие уже знакомы с анимированными значками из других сайтов. Если вы понимаете, о чем я. Если понимаешь, то ставь лайк. Ну, а теперь напишите, пожалуйста, в комменты, нравится ли вам такое обновление, и, возможно, если бы что-то вы хотели изменить, и, возможно, что-то реально изменят. Всем спасибо, всем пока, пользуйтесь, крутая штука, и скоро ждите, у всех точно появится.